Всем привет! Совсем недавно дочь Анастасии Заворотнюк сообщила, что заразилась коронавирусом. Анна предположила, что могла подхватить опасную инфекцию во время отпуска в Крыму или же в самолете. Почувствовав первые признаки недомогания, Заворотнюк сразу же решила сделать тест на коронавирус и вызвать врача. В результате диагноз подтвердился. Анна постоянно на связи с поклонниками. В разделе Stories на своей странице в Instagram дочь знаменитой актрисы в деталях рассказывает о том, как протекает ее болезнь. Как и многие инфицированные коронавирусом люди, Анна столкнулась с потерей запахов. Правда, она отметила, что сильные и резкие ароматы она все еще способна слышать. Кроме того, Заворотнюк потеряла способность ощущать вкус продуктов. Ко всем этим симптомам Анна была готова. А вот ухудшение слуха на фоне коронавирусной инфекции стало для дочери Анастасии Заворотнюк неприятным сюрпризом. Как отметила Анна, она страдает от заложенности ушей. Вкус сегодня пропал окончательно. Мне кажется, что если мне с закрытыми глазами дать какую-то гадость, которую я не переношу, я это съем и даже не пойму, что это было. Запах тоже пропал, но резких, типа духов, отдаленно слышу. Из новых симптомов сегодня прибавилась заложенность ушей, как при взлете самолета, и слух ухудшился. Говорят, у нового штамма есть такой симптом, отметила Заворотнюк. Добавим, что возлюбленный Анны также заразился коронавирусом. Об этом она упомянула в ответе на вопрос одного из своих фолловеров. Сейчас Заворотнюк вместе с женихом проводит карантин в своей квартире в Москве, в которую она въехала в начале года. К слову, личность избранника Анны держится в секрете. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!